Тем временем число жертв мощного наводнения в Бразилии достигло 12. Об этом сообщают экстренные службы. Проливные дожди обрушились на второй по численности населения город Рио-де-Жанейро, а также соседние муниципалитеты. За сутки там выпало осадков больше, чем всего с начала месяца. Многие улицы и районы ушли под воду. Нарушена работа общественного транспорта. Из-за наводнений сотни жителей были эвакуированы из своих домов. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения. Опасность оползней сохраняется в 8 городах штата.